17 октября Канада станет второй страной в мире вслед за Уругваем, где продажа, покупка и употребление марихуаны будут легальны. Таким образом, канадский премьер-министр Джастин Трюдо выполнил обещание, данное соотечественникам минувшим летом. В день начала продаж по всей стране заработает более 100 легальных точек по продаже марихуаны. Одна из них – кафе «Токио Смок» в Торонто. Ее владелец, поддерживающий так называемое искусство жить с марихуаной, очень рад новости, ведь до этого в его кафе можно было приобрести все необходимые аксессуары для потребления марихуаны, кроме самой травы. «Я думаю, Канада станет мировым лидером в области марихуаны. Это здорово. И это то, чем мы должны гордиться. У нас есть возможность продемонстрировать, как эта модель может работать на федеральном уровне». По данным статистического управления страны, около 5 миллионов канадцев или 16% населения в прошлом году употребили 773 тонны марихуаны, потратив на это 5,5 миллиардов местных долларов. При этом лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях.